Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с Крымского моста. И сегодня у нас вот такое великолепное видео. Посмотрите, два поезда с 23 вагонами, каждый на мосту. И причем посмотрите, что их тащат. Магистральные тепловозы, сочлененные, двойные, боинги или фантомасы, как их еще называют. А это говорит о том, что происходит проверка на прочности всего мостового перехода, через железнодорожного перехода через Керченский пролив. Потихонечку они вот так ехали друг за другом, а потом становились вместе по всей длине моста, груженные щебнем. Вот можете посчитать, сколько нагрузка идет на пролеты. Вот один отошел вперед, и сейчас следом его догонит второй. И они вот так вот и арки прошли. Я как раз ехал со съемок, думаю, дай-ка на набережную заеду, посмотрю. Заехал на набережную, увидел, они на арке выезжали медленно, медленно шли потихонечку. Ну и я бегом на цементную слободку. Вот думал, что они будут потихоньку ехать дальше, но они вот, видите, здесь немножко быстрее погнали. Вот. С какой скоростью? Это вот натуральная его скорость. Я здесь не увеличивал, не уменьшал. Идет тепловоз. Ну, здесь, конечно, ему полегче. Он с горки идет. Это второй состав. Первый остановился. Это восьмой участок у нас. Вон перед, прям почти перед шумзабором, перед 307 опорой, но еще на мосту. И второй его догоняет. Сейчас они в ряд выстроятся и постоят еще немножко. Ну вот, такие испытания начались на мосту. Переход от теории к практике. Датчики, естественно, везде стоят. Ну и будет все это проанализировано, как, чего. Я надеюсь, результаты мы узнаем, опубликуют. И мы все с вами будем знать. Ну, я думаю, здесь все сделано с многократным запасом, так что никаких эксцессов не должно быть. Конечно, можно было в один состав это все сделать, но дело в том, что тогда будет больше распределенная нагрузка. А так два состава и два огромных тепловоза, и они вот становятся рядышком друг с другом, один на одном пути, другой на другом. И идет нагрузка вот на этот пролет, на опоры, и, соответственно, датчики все это фиксируют, какие есть отклонения, если таковые есть, или нет их. Специалисты все это мониторят. Но это первые такие испытания. Я думаю, может быть, еще будут. Помните, как на автомобильной части Крымского моста то же самое. Несколько там самосвалов с песком метр за метром проезжали по всему мосту, останавливались, и все это фиксировалось. То же самое и на арках было. Даже, по-моему, было видео у Крымского моста, как это все делалось. Так что вот второй поезд подъезжает. Это все происходит сейчас еще не на земле, происходит все на опорах, так что вся нагрузка идет на пролетные строения и на опоры железнодорожной части моста. Вагоны, как вы видите, все груженные. Я тут специально пролетал и сверху, и снизу, чтобы все это дело зафиксировать, что никакой вот халтуры нет. Первые такие вот мощные официальные испытания. Конечно, до этого ходили составы, мы с вами видели этот же Боинг, один из них, ну или Фантомас. Многие спрашивают, почему Боингом зовут. Ну, он свистит, у него турбины свистят, как у самолета. Поэтому вот шутку прозвали его Боингом. А вторая у него, второе погоняло у него Фантомас. Ну, от того, что такой страшный. Хотя бы я не сказал, что он страшный. Я сам это, об этом вот узнал только недавно, что их так зовут. Я, кстати, до сих пор даже еще и не выучил, как он правильно называется. ТЭП-16 или как-то так. Ну, пока некогда было. Все, вот видите, сразу заснял это все. Ну, такая вот удача подвернулась. Весь день ездил.
Лазил там, где мелек Чесме. Ну и вот подъезжает второй тепловоз. Магистральные тепловозы. Я продолжу мысль. Мы и раньше видели, там по 44 вагона проезжали в один ряд. Состав был, тоже тянул, вот Боинг тянул, а еще тянули там несколько тепловозов маневровых. Ну а сейчас вот видите, решили такую нагрузку увеличить. Хотя там вот 44 вагона было, здесь 2 по 23, 46, но 2 тепловоза. И, во-первых, они не если бы вот один состав такой был, то это было бы нагрузка распределена по всей длине, как я уже сказал. А здесь вот наоборот нагрузка именно, то, можно сказать, точечная. Вот посмотрите, сейчас 2 Боинга встанут рядышком, и получится, что нагрузка вот на эту опору идет самих тепловозов. Ну и, соответственно, 2 состава, вот посчитайте, сколько это будет. Я, если честно, некогда было посчитать. Посчитайте, напишите в комментариях, сколько вот 2 состава вместе с тепловозами, и будет вес вот на опору. Ну, пролетное строение понятно, а тем более, вот он немножко дальше, видите, поехал. Тем более на арках, там опора одна. И здесь вот пролетное строение разное, если здесь, а на арках вот арка она одна, и вся нагрузка идет полностью на арку. Ну, с честью выдержали. Жалко, что, конечно, я не успел на арке снять это все дело. Но дело в том, что еще и ветер такой приличный, можно было бы туда и не долететь из-за ветра. Ну и вот посмотрите, красота какая, такие кадры. Можно сказать, эксклюзивные. Да не можно сказать, а на самом деле так оно и есть. Вот второй подтягивается к нему, видите. И вот в белых касках люди там все это дело фиксируют. Вот, посмотрите, подъезжает второй тепловоз. И вот такая вот красота. Ну, соответственно, работы здесь не прекращаются ни на минуту. Здесь занимаются своими делами. Вот катушка из-под кабеля. Эсцебисты здесь работают. Монтируют железнодорожную автоматику. Ну и вот 2 тепловоза, 2 Боинга. Вот о чем я и говорил. Вот сейчас нагрузка мощная идет на опору. Посмотрите, они 2 рядом стоят. Опора-то одна принимает 2 пролетных строения. И вот все здесь. Вагона у одного, 23 у другого, 46 вагонов получается, и 2 сочлененных тепловоза. Ну, можно сказать, 4 тепловоза. Вот они встали. И постоят немножко, ну а потом потихонечку поедут дальше. Самое интересное, вот там на мосту проехали, и вот здесь стали. Ну, видимо, как-то выборочно проверяют. Погода 18 градусов плюс, солнечно и ветрено. Ветер, ну, наверное, 6-7 метров в секунду есть в районе цементной слободки. Но это, я думаю, не первое испытание. Еще будут какие-то испытания. Ну, самое главное, что они начались. Это говорит о том, что с верхним строением пути, я имею в виду рельсы, все это сделали. Хотя вот еще строители здесь вот еще есть, какие-то последние штрихи, но уже можно смело проводить испытания под нагрузкой. Может быть, в следующий раз и побольше вагонов будет, но это я так предположил. Хотя, может быть, вот эта такая нагрузка будет достаточно. Ну, скорее всего, это первые. Вот если пройдет эту нагрузку, потом как вот... В спорте нагрузку постоянно будут увеличивать до максимально проектной нагрузки.
есть до нагрузка рассчитана на мост 7100 тонн для состава весом 7100 тонн. Ну и вот такие, до таких нагрузок, я думаю, и будут доводить и проверять. Ну и вот на этом все, дорогие друзья. Заканчиваю. Такое вот у нас радостное событие произошло. Всего вам хорошего и до новых встреч. Thank you.